Всем привет. У меня был и есть, и будет брат Федор. Так случилось, что мне было 2 года, я упал в горную речку, ему 4. И он за мной прыгнул смело, он вытопнул меня на берег. Прошло 10 лет, под ним провалился лед, и я его вытащил. Ну, так кормили. Вот. И так всю жизнь наподобие. Он меня выручал, я его. Обалденный чувак был. Вообще, не могу определять. Благодаря ему я понял, пока кто-то что-то там трезвонил, что позитив не миф. И он это доказал. Но, как говорится, Творец забирает лучших из нас преждевременно. Видимо, он где-то понадобился. С вашим позволением. У меня просто, ну... У меня сбил автомобиль, и такие глюки памяти, я не в силах выучить стих. Я могу только прочитать. А мы не паримся, все, руби. От души. Нормально все. Такое порой случается, что натянутой ниткой пыток, попытка повторяется, но не всегда, что хотел, получается. А надежда забывается, и проб в избытке, да и тело успехов не особо стесняется. Но когда плохой результат периодически повторяется, и что-то не так получается, то от негатива красиво эго меняется. Но душа не особо кается того, чему личность твоя широко улыбается. Убирая непонятки без оглядки, среди них многие теряются. Но в книге судьбы закладка. Когда надежды сбываются, страницы жизни появляются. Дальше, не глядя, листаешь, и узор повторяется. Унимая твой молчаливый смех, знай и помни, повторяй попытки, и тебя ждет успех. И вот хотел бы включить вам одну штуку. Представляете, какой у него талантливый брат был, если брат такой, да? Человек делает... Да, нормально все. Сеги, все четко. Вот, музыку. Делал. Делал. Делал.